контрольной службы, уже приступая к своим обязанностям по пресечению нарушений правил дорожного движения, составлению соответствующих материалов и привлечению к административной, другой предусмотренной законом ответственности виновных лиц. Но я бы хотел обратиться, пользуясь случаем, к руководству ДВД, к руководителям. Может быть, с завтрашнего дня не все наше население, наши горожане будут в состоянии, скажем так, изучить и, естественно, выполнять новые требования, в частности, такие новые термины, которые у нас сейчас введены. Поэтому просьба отнестись с пониманием, и первое время, наверное, лучше проводить какую-то разъяснительную работу, в то, чтобы сразу же не привлекать к штрафам, сразу же, потому что в этом отношении я полагаю, что появится определенный всплеск, может быть, нарушителей правил дорожного движения. Поэтому какое-то время определите. Мы обращаемся, в первую очередь, к нам, к нашим горожанам, чтобы мы к этому отнеслись спокойно, размеренно. И самое главное, чтобы мы были все законопослушными гражданами и не нарушали соответствующие правила.